Привет, с вами Умный Фитнес, и я фитнес-инструктор Жанна Овчинникова. Сейчас я вам покажу в кроссовере небольшую тренировку в кроссовере для плеча. Если у кого-то сорвана манжета, welcome, это прямо упражнение для вас. Также покажу на эту часть растяжение полностью, чтобы мы проротировали, проработали спинку и вот всю вот эту зону. Ротировали свое плечо, особенно если у кого-то вот прям какой-то сильный зажим. Плече зажим, ацидоз, да, какой-то, идет не только в плече проблема. Проблема идет куда больше, идет грудной отдел, левосторонний, правосторонний сколиоз начинается. То есть нужно прорабатывать не только дельту. Циркуляцию мы уже пустили, и я всегда завершаю очень приятным упражнением. Сейчас я вам его покажу. Сейчас мы будем работать на малую манжеты плеча. Посмотрите, пожалуйста, это еще и подосные, надосные. Вот с этими мышцами мы должны... Незамысловатые упражнения могут помочь, если у человека проблема в плече. С вами был Умный Фитнес, и я, Жанна Овчинникова, фитнес-инструктор.